Введение бальной системы для водителей рассматривалось еще в 2010 году. Тогда в ГАИ высказали мнение, что в случае внедрения этой системы количество систематических нарушителей уменьшится в разы. Но в парламенте тогда посчитали, что введение штрафных баллов преждевременно. В 2018 году МВД снова вынесло на общественное обсуждение этот проект. Документ получил предварительное одобрение и был направлен на доработку. В мае 2020 года изменения, предусматривающие введение штрафных баллов за нарушение ПДД, были внесены в проект Кодекса об административных правонарушениях. Так что же собой представляет бальная система для дорожных нарушителей? За совершение административного проступка будет начисляться один штрафной балл, значительного административного правонарушения – 2, грубого административного правонарушения – 3 штрафных балла. Начисление штрафных баллов может применяться одновременно с привлечением виновного лица к административной ответственности и наложением на него административного взыскания. К примеру, штрафом. В случае, если в течение года будет накоплено 10 и более штрафных баллов, это будет оцениваться как систематическое нарушение правил дорожного движения и влечет за собой лишение права управления транспортными средствами сроком на 6 месяцев. Также проект Кодекса об административных правонарушениях предполагает, что при наложении штрафа за совершение административных правонарушений в части дорожного движения на лицо, которому начислено 6 и более штрафных баллов, применяется верхний предел штрафа. На данный момент документ, предусматривающий введение штрафной бальной системы, до 27 мая включительно находится на общественном обсуждении. Изучить его текст и высказать свое мнение можно на национальном правовом портале.